четверг в Самарской области переменная облачность без осадков, тепло, днем плюс 17, плюс 19 градусов, ночью 8-10, выше 0. Ветер юго-западный 4-6, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 18, в темное время суток плюс 10, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 17, ночью 9, тепла, юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, днем плюс 18, ночью 8 с плюсом, юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 62%, геомагнитное поле слабо возмущенное.